28 августа 2017 года мы дошли пешком из нашего отеля около на побережье, около поселка Кириш, на гору Чалыш. Длина пути составила 3 900 метров. Часть из нее прошла по горной тропинке. Она хорошо маркирована такими желто-красными полосочками. Вот, высота горы 328 метров. Отсюда открывается замечательный вид, в частности, на самую высокую гору Турции, Тахталын. Чуть ниже виднеются... А тут еще жена. Да, тут еще жена. Недалеко от жены видны пальцы такие, горы пальцы. Вот, если теперь то же самое, но в большем приближении. Давайте поснимаем. Вот на гору Тахталы ездит. Фуникулер. Да, фуникулер. Но это очень дорого. 50 евро с человека, там 80 человек набивается. Давайте посмотрим вниз. Там вот дорога есть. Есть путь на гору по дорогам обычным, где-то 8 километров. И вот около 4 километров частично с горными тропами. Что, найдем дорогу-то назад? Да, и сзади нас находится Кемер. Будет отдельное видео. Вот, это поселок Кириш. Смотрите отдельное видео на нашем канале. На вид. Мы специально пораньше выдвинулись. Вот. Теперь открывается вид на отель Дайма, в котором мы отдыхали в 2013-2014 году. И в 2015 году там построили аквапарк. И как раз вот здесь протекает частично... Кусает. Засохшая. Вот кто-то кусает. Тут осторожно еще бывает, водятся змеи. Вот, а перед нами как раз отель наш, в котором мы отдыхаем. Он называется Limak Limra Hotel and Resorts. И через дорогу находится Limak Limra Club Park. 4 звезды. Там мы остановились. Дальше еще какие-то отели находятся. Вот, сейчас все туристы завтракают. И мы пораньше, пока не очень сильно припекает солнышко, меньше 30 градусов, отправились на эту гору. Собственно говоря, дальше здесь находятся всякие электровышки и знаменитый турецкий флаг. В следующем видео смотрите вид на Анталию.